Популярность КВН сегодня, как и в прежние годы, просто феноменальная. В него играют не только в высших учебных заведениях, но также в школах, лицеях и колледжах. В профессиональном училище номер 58 мы узнали, как они готовятся поразить соперников в новом сезоне своим остроумием и находчивостью. Слушай, Никола, у нас тут такой случай. Ты знаешь, Мишка женился в субботу. Как, полюбили за деньги? Ну как тебе сказать? Значит, жену-то он взял из-за денег, ну а деньги-то он взял по любви. Конечно же, это детям дает первое общение, коммуникабельность, воспитывает в них интерес вообще узнать новое, поработать с новыми командами. Это наши соперники, все учебные учреждения нашего города. В этом году мы собираемся в молодежный лагерь «Смена», город Анапа, отдыхать и, конечно же, набираться опыта, потому что туда приедут еще и команды других учебных учреждений со всей страны. Донская школа КВН 2012 – главное событие для команд КВН Ростовской области. Более сотни донских КВНщиков недавно приняли участие в образовательном проекте Комитета по молодежной политике Ростовской области. В течение недели на берегу Азовского моря начинающие мастера юмора, среди которых были и ребята из 61-го училища, учились правильно писать шутки и миниатюры, импровизировать и покорять зрителей своим остроумием. Обучение проходило под руководством легендарного КВНщика Михаила Марфина и одного из самых популярных капитанов высшей лиги клуба веселых и находчивых Дмитрия Бушуева. Работа КВНщика, да, это вот, ну, такой колоссальный труд, потому что, знаете, вот многие говорят, да ну что там, ну шутки писать, да, там. На самом деле это просто безумно сложно, потому что к нам пришел Михаил Марфин, и днем, получается, его лекции были по 6, там, по 8 часов, а ночью писали шутки. Блин, это безумно сложно, хочется спать все время. Ну, лекции, конечно, были такие веселые, по 4 часа лекции, потом мы там писали сценарии сами все придумывали. Сами сценки, там, название команды. Москитол. Да, ну, сейчас даже объясню, почему такое название, потому что там было безумно много комаров, они нас достали. Как называлась ваша команда? Сильвио Берлускони. Это знаменитый мафиози, да. Донская школа КВН – это потрясающий опыт для каждого молодого человека, что поможет значительно подняться общему уровню новошахтинских КВНщиков. КВН, можно сказать, это и есть жизнь, потому что... Не знаю, вообще, да, вот я привык, ну, просто быть на позитиве. КВН – это весело, КВН – это всегда как бы что-то новое, что-то смешное, настроение поднимается у людей. В моей жизни КВН важную роль играет, как бы это шутки, это смех, это хорошее настроение, это вообще, это потрясающе, это такой драйв. Играйте в КВН. В любом случае, победите вы или просто примите участие в игре, или просто посмотрите это мероприятие. В любом случае, это задор, это веселое настроение, это хороший боевой дух. Ты КВНчик, это твой стиль жизни. И от него не деться никуда. Девиз твой прост, чтоб не было, не киснет. И решено, держать надо всегда. Стоп, КВНчика! Show on, get paid.